Всем привет из солнечной Канады. Вот такой снег у нас сейчас. Но без солнечных очков ходить невозможно. Целый день солнце, очень яркое солнце. В этом магазине можно купить все. Это Суперстор. Один из самых крупных супермаркетов в Канаде. Вот так навалена капуста, брокколи. 2,99 за ЛБ. Это приблизительно за полкилограмма. В конце дня, когда заходите в супермаркет, здесь тоже бывает, некоторого товара уже нет. Вот здесь была полка с бананами. Осталось только немножко, и то с той стороны. Сейчас здесь выберем. Бананы очень вкусные в Канаде. В основном все фрукты, которые продаются в Канаде, они все из Мексики. Я из любопытства читала, откуда фрукты. Если мы привыкли, что у нас и Турция, и другие страны, то здесь в основном все фрукты, овощи идут из Мексики. Мидии на выбор, какие хотите. Можно выбрать помельче, покрупнее. 6,99 за полкилограмма. А вот и оливки наши любимые. Даже есть вяленые. 2,99 за 100 грамм. Ну да, недешево по сравнению с Турцией, но здесь нельзя сравнивать цены с другими странами. Здесь совсем все по-другому. Мы сейчас зашли в конце дня, и некоторые продукты уже закончились. Такое бывает. Завтра с утра все будет загружено и полные полки. Сыра здесь большой выбор. Разный, на любой вкус. И твердый, и мягкий. И со специями. Оливки есть уже в упаковке. Баночка $6. Крупные, достаточно крупные. Большой выбор. Пельмени, манты с мясом, с сыром. Кстати, нам такие в отеле сегодня давали. На ужин. Очень вкусные. $20 получается. И такие мы уже пробовали. Это все вкусно. Есть продукты с необычным вкусом. Это все привычно нам по вкусу и очень вкусно. Здесь с сыром, с брынзой, по типу равиоли. $6 упаковка. Она двойная? Она двойная. $6 за упаковку. Есть креветки уже на шпажках, подготовленные для шашлыка. $6 такая упаковочка. Это королевские крупные креветки по $9. Из мяса рыбы $11 упаковка. Это уже чищенные, шикарные, большие креветки. $17 за упаковку. Есть маринованная рыбка, уже готова для запекания. Филе разной рыбы есть. Вот здесь супер прайс, огромный кусок рыбы. Здесь получается по весу 1,5 килограмма. Вот такая упаковочка $42, $45. Та, что поменьше, вот есть $19, но рыбка хорошая, свежая. Есть еще филе рыбы. $10 за упаковку. Я не пойму, что это за рыба. Такая упаковка $7. Ну, это недорого. Это акционная цена. $7 за такую упаковку. Много выпечки, хлеба, сладостей, но мы это не покупаем. У нас в отеле закормили выпечкой всякой. Вот такие маффины постоянно давали. С черникой, с шоколадом. И есть пирог. Так, это, я так понимаю, с черникой или со смородиной. Здесь с яблочком и с корицей.
$6. Любой. $6. Любой пирог. Это тоже сладости, выпечка. Этого всего очень много. И я смотрю, здесь много кусков хлеба, много мучных изделий в Канаде. Печенюшки такие яркие. Здесь разные тортики, корзинки. Тортики по $10. Есть маленькие по $5. И лимонные, и вишневые. Шоколадные $12. Различных булочек, хлеба, мучных изделий очень много. А это такие огромные маслины, упаковка по $6. Они крупные, сильно большие. Такая выпечка. По типу синнабон. Может, это они есть. Вот этот с маком мы брали, пробовали. Он лимонный, с маком очень вкусный. Это как домашние вафли. 6,50 упаковка. Здесь часто продают пустые круассаны. Мясо — большой выбор. Я туда подходить не буду. Нам сейчас не нужно мясо. Это уже готовое. Такие огромные куски буженины. Здесь получается 9,90 за килограмм. Недорого, очень даже недорого. Это чистое мясо. Вот моя рука. Кусман очень большой. Цены стоят здесь в ЛБ, то есть полкилограмма приблизительно. Все цены в Канаде в ЛБ. Иногда пишут килограмм, но в основном ЛБ. Здесь полуфабрикаты, уже почти готовый пирог, который бросить в микроволновку. Ну, как обычно. Мы покупаем йогурты свои любимые. Кстати, сейчас буду брать вишневый, ванильного уже нету. Вот это все холодильники, замороженные овощи и фрукты. Это уже готовые пироги с фруктами. Даже по акции вот есть 3,27. Это, я так понимаю, мороженое в таких огромных ведрах. И здесь и ложечки для мороженого сразу. Ореховое, шоколадное. Это пищевые добавки. Канадцы очень любят эти пищевые добавки. Здесь все на них сидят. Протеин, витамины различные. Огромный выбор БАДов. Здесь хозяйственные ряды. Очень много товаров для дома. Посуды. Какие огромные блюда. $21. Чашки по $2. Там дальше ряды с одеждой. У меня муж завис на пищевых добавках. Что-то переводит. Футболки по $12. Если вы берете две, то 20. Но в других магазинах есть фирменные футболочки гораздо дешевле по акции.
Мы были в магазине Gap, там такие детские вещи красивые, и сейчас очень хорошие акции на все. Здесь одежда для дома, пижамы, можно купить абсолютно все. Это личная фирма этого магазина, Суперстор. Они также, кроме продуктов, товаров для дома, делают и одежду, выпускают. Здесь есть тем более скидки сейчас на все, 50%. Вещи, я знаю, многие покупают, даже наши люди, и довольны. Говорят, что хорошего качества. И одежда, и обувь здесь есть. Дальше бытовая химия, хозяйственная часть. К примеру, Сенсоден паста $6. Натуральный клюквенный напиток 3,47. Есть даже вафельки ванильные. $5 упаковка. Различные сладости, печенье. Какие цветы красивые. Это, кстати, шоколадки по акции. 59 центов. Кстати, очень хорошая цена акционная в Суперстуре. О, какие лилии красивые. Обалденные. Они так пахнут. Сколько такие лилии? $9 такие лилии. Классные. Горшок такой необычный, бумагой обвернут. На самом деле темный, черный. Но можно так поставить, кому-то подарить, и смотрится красиво. Шикарные лилии, какой запах. Очень классно пахнут лилии. Вообще они что-то пахнут не лилиями. Гораздо приятнее. Я сами лилии не очень люблю. А здесь такой сладкий, приятный аромат. И вот там хризантемы похожи. Здесь еще не распустились бутончики лилий. Это какой-то шоколад натуральный. И здесь вот какао 70%. По $1.94 упаковка. Это все печенье с дольками шоколада. Такие яйца продают в Пасхе. Обычное пластиковое яйцо. Я вообще не понимаю прикола в этом. Корзинки. Уже много пасхальной атрибутики. Такие кроссовки $145. Вот для меня здесь рай. Столько всего, что мне нравится. Вот необычная моделька. Женская. $216 такие кроссовки. Вот это кожаная модель. Ботиночки Timberland. Тоже кроссовки Jordan. Симпатичные. $170 кроссовки Air Max. Самые разные расцветки есть.
225 долларов такая модель. Эти 280. Спортивный костюм Puma. Кофта отдельно. Штаны отдельно, как всегда. $75 штаны. И столько же, наверное, кофта. $90 кофта. Это спортивный костюм Puma. Футболка Adidas. Мы куртки меряем. Канадские, теплые. Присмотрели. Вот такая кофточка Puma есть. Мужская. $90. И есть в зеленом цвете, в таком же. Здесь детские спортивные костюмы. Nike, очень симпатичные. Для деток. Ветровочки. Футболки Nike. Хорошая футболочка. Такая футболка без скидки сейчас. $30. Nike Jordan, детские вещи. Вот такая куртка. Стоила 399, 400, сейчас $200. Кофта стоила 230, сейчас 115. Ровно 50% скидка на все. Здесь тоже Nike Jordan очень много. Хороших кофточек, хороших вещей. Мы уже дома. Сегодня сделали кое-какие покупки себе. Я купила перчатки, чувствительные к сенсору. Столкнулась здесь в Канаде с тем, что постоянно приходится на улице работать с телефоном. То забивать локации, куда-то звонить, что-то набирать. И это так неудобно, когда на улице холодно. А эти перчатки чувствительные к сенсору, с них можно работать в любом гаджете. $35 стоят такие перчатки без скидки. Сегодня купили сыну кроссовки. Здесь очень большие скидки на спортивную обувь. Нам нужна была темная обувь. Темные кроссовки удобные. Я взяла классическую модель. Это одна из моих любимых моделей. Reebok. Полностью из натуральной кожи. Они стоили $100. Сейчас они по скидке идут 50. Хорошая модель. Легкие, удобные. Сейчас как раз на нашу весну канадскую то, что нужно. Это моя очередная покупка уже здесь, в этой стране, в Канаде. Мне в Турции, когда я жила, очень не хватало вот этой вещи. Я только приехала в Канаду, увидела ее в Walmart и сразу же купила. Это катышница, которая очищает трикотажные ткани. Ну и не только. Любую ткань. От катышек и лишние ворсы. Вот так она выглядит.